Водопровод нужен, так как у нас данный район города питается от одного магистрального водопровода диаметром 700 миллиметров. Есть еще резервная нитка, которая август месяц показала нам, что ее недостаточно в случае аварии или какого-то ремонтных работ на магистральном водопроводе. Поэтому принято решение проложить дополнительную нитку, которая позволит нам беспрепятственно производить работы.